Продолжаются работы по восстановлению моста через реку Иль между поселком Ильским и станицей Дербенской. Обрушение произошло в апреле этого года и доставило местным жителям и предприятиям немало проблем. Восстановить его – важная задача. В кратчайшие сроки подготовили проектно-сметную документацию, провели экспертизу и нашли подрядчика. Строительные работы начались уже в июле. Глава района Андрей Дорошевский лично контролирует ход работ. Подрядчик уже демонтировал старое сооружение. Сейчас занимаются подготовкой опор для нового моста. На месте работает мощная современная техника, которая позволит восстановить объект в кратчайшие сроки. Строительство проходит в соответствии с графиком работ. Сдать в эксплуатацию новый мост планируют к 20 декабря этого года.